По причине ограничений одновременно молиться смогут только 1000 человек вместо привычных десятков тысяч. Сотрудники фонда населения Стены Плача заявили, что во время поста 9 ава возле Западной Стены будут действовать ограничения в связи с эпидемией коронавируса. Возле Стены Плача были созданы специальные зоны, в которых могут находиться по 20 человек. В общей сложности возле Стены Плача 9 ава могут одновременно молиться до 1000 человек вместо привычных десятков тысяч. Также отмечается, что все происходящее возле Западной Стены будут транслироваться вживую на сайте фонда населения. Стоит отметить, что в Иерусалиме пост 9 ава начнется в среду 29 июля в 19:42 и закончится в четверг 30 июля в 20:06.